ведет к сокровищам. Как туда попасть? Найди ключ в кувшине со змеей. Что-то наподобие хвоста. Надеюсь, там нет змей. Удержись на тонком канате. Перестань дергать веревку. Выберись из подводной клетки. Сделай глубокий вдох. И поднимись по отвесной стене. Не смотри вниз. Страшно? Страшно интересно. Форт Боярд. Да, это так увлекательно. На канале «Карусель». Депричастие – это часть речи, которая обозначает добавочные действия. На уроках ничего не понятно, они все расскажут более внятно. Мы всегда должны быть наготове. Про ударение. Как правильно говорить? Хоры или хоры? Про умножение. Умножать столбик совсем не сложно. Про сочинение. Как древние представляли нашу планету. Про измерения. Измерения они либо точные, либо нет. На каждый вопрос есть ответ без сомнения. Даже я запомнил. Служба спасения домашнего задания. Звоните и пишите нам. Мы обязательно поможем. Премьерные выпуски на канале «Карусель». Друзья, встречайте Космостарс! Фантастически вкусный медовый завтрак, хрустящие звездочки и ракеты! Все на борт! Исследовать галактику! Космостарс, звездочки и ракеты, космическая вкуснятина! Спасатель и учиться приглашает в первый класс.